Друзья, мы находимся в Сочи и начинается семинар по прокачке мужских парикмахеров. Ребята съехались со всей России и сейчас давайте знакомиться. Поехали! Это Ханты-Мансийский автономный округ. Стаж у меня около 8 лет. Стоимость стрижки 550 рублей. Техническое задание – выполнить движение, условно, техники тушевка, когда мы не стрижем, а шлифуем. Продемонстрируй мне, как ты это делаешь. Начнем с того, что я этого не делаю. Ну, неважно. Ну, чисто теоретически. Да, чисто теоретически просто проходи, проходи. У тебя инструмент работает в самом начале, то есть он не работает полностью по всему периметру, и ножницы немножечко убегают вперед, то есть с самого полотна. Это первое. Но самое страшное даже нет. Самая страшная ошибка – это то, что у тебя плоскость уходит туда. То есть ты идешь по голове, то есть не по плоскости, уходит по голове. Запомни этот нюанс. Наша задача будет в конце, на втором степе, снять то же самое, посмотреть, убрали мы это, блин, нафиг, или не убрали мы это нафиг. Ставропольский край, город Нефтекумск, стаж работы 10 лет. Стоимость стрижки мужской? Ну, 300-500. 300-500. Давайте. Техническое задание тоже самое. Так, ладно. А это будоражит так, знаешь? Обычно. Не торопитесь, спокойно. Задача шлифуем. Еще раз вернитесь назад. Шлифуем. Да. Сначала шлифуем. Окей. Очень быстро идет инструмент расческа. Буквально 3-4 удара, то есть на всю плоскость. Когда мы шлифуем, движение у нас происходит таким образом. То есть мы берем и мелко, у нас очень медленно работает расческа. Мы движемся, потом отчесываем и дальше идем. Отчесываем, дальше идем. У вас получается раз, два, три, раз, два, три. То есть это не шлифовка, это даже не стрижка получится, но это ничего страшного, мы будем над этим работать. Это для меня сейчас очень важно понимать. И у меня руки трясутся, не ничего, сейчас этот коньячка выпьем и перестанут трясутся. Стаж 8-10 лет. Так, вы откуда, как зовут? Я из Смоленска, меня зовут Марина. У меня стаж 1 год. Я очень сильно спешу, поэтому это моя новая планка. 400 ножницы рублей. Сразу в безопасное положение убираем, палец аккурат, вот так. Стоимость стрижки сколько? 400. 400, окей. Становимся в плоскости относительно нашего клиента. Ничего страшного, давайте. Вы видите? Да, видим. Очень хорошо. Так, еще разок, там, с другой стороны. Так. Полный, скажем так, перечень, набор ошибок, начиная от скорости, неправильное положение ножниц, неправильное положение расчески, ну и так далее. Ничего страшного, все нормально, мы сюда и пришли для того, чтобы учиться. В марте будет 40 лет, я очень тороплюсь, поэтому все правильно. Я пришла к вам, чтобы научиться. Мы будем учиться, мы не для того это делаем, для того, чтобы ржать, мы сюда пришли для того, чтобы учиться. Меня зовут Оксана, я из Бишкека, стаж работы 4 года, стрижка 600 сом. Поехали, техническое задание то же самое. Видно, что работаете, стараетесь. Один нюанс. Начало, именно режущая кромка, должна ложиться на начало расчески. У вас она проходит вот сюда, и получается, мы стрижем то, что вот здесь. То есть мы должны стричь то, что вот находится в начале расчески, а не в середине. То есть это единственная, наверное, основная ошибка. И вторая, чуть-чуть по плоскости, чуть-чуть прям заходите, но не сильно. Поэтому пока не могу сказать, что это прям ошибка. Вот. В общем, хорошо. Расческа идет медленно, ножницы работают чуть побыстрее. Такой, сразу могу сказать, аккуратист. Спасибо. Посмотрим дальше, что будет. Я из города Ростова-на-Дону, стаж работы 8 лет, я женский мастер, хочу быть универсалом. И привезла нам солнышко сегодня. С Ростова. Да. Ну,
Первое, ты начинаешь движение сразу с середины головы, не с самого низа, то есть прямо вот отсюда начинаешь. Второе, неправильно, ну, не то, что даже неправильно, люди держат как угодно инструмент, главное, это конечный результат, то, что ты получаешь. Да, но ты его держишь вот таким вот образом, да, за счет этого тебе сложно отчесать волосы, то есть будет, ну, для того, чтобы сделать более четкий результат, то есть мы инструмент держим вот так, отчесываем это, но об этом мы поговорим. Две такие ошибочки, остальное все окей. У меня стрижка стоит 1000 рублей, я со Ставрополя. Как зовут? Эдуард. Эдуард со Ставрополя, стрижка стоит 1000 рублей. Стаж работы? Месяц. Месяц. Учитесь, народ. Да, не то, что там 10 лет работаете с 300 рублей. Молодежь амбициозная, вперед. Не торопись, спокойно, вот ты действительно у клиента, да. Вот так происходит. Окей. Первое, то есть рабочий инструмент, режущая кромка и должно по одной линии, это первое. То есть второе, то есть это введение инструмента и работа конкретно по плоскости. В начале расчески, не в середине где-то, а здесь в начале. И работаем по плоскости, выводя именно плоскость. Будешь, если отрабатывать все домашние задания, которые мы даем, то в любом случае результат будет. Ваган. Стаж работы, как выяснилось. Как выяснилось. Потому что, да, лет под 25, из Альмавира, мы почти соседи с Юрой. Стоимость стрижки? Стоимость стрижки в районе 1000. Ну, много где учился, давай покажем, что мы можем. Ну, действительно, камера влияет. Естественно. Не, отлично, отлично. Я первый раз, честно говоря. На камеру. Всегда бывает первый раз. Даже в 40 сколько? Всегда бывает первый раз. Единственное, что, допустим, на что я сейчас посмотрел, это легкое отклонение ножниц от расчески. Единственное. Но посмотрим, может быть, ты все равно выдерживаешь такую плоскость, что мама не горюй. Поэтому посмотрим на результат. Умный мастер Вася посмотрел ролик на YouTube и услышал ручку зонтика. Вот, он берет вот это все, вычесывает вперед, вот так, и делает ручку зонтика. Потом отчесывает, у него линия вся уходит назад, и он говорит, это все. Самое важное – это форма. Это основной критерий. Форма что такое? Точка, точка, точка. Ребят, в течение курса мы даем домашнее задание, которое обязательно нужно будет выполнять. Каждый день мы будем с вами выделять лучшего. Каждый день мы будем проводить конкурс среди всех ваших работ. Самый лучший, кто будет на курсе, получите приз неплохой, ценный, который будет вам полезен в дальнейшей работе. Мы отдельную благодарность мы выражаем нашему спонсору, магазин Urban. Это официальный дилер компании Wall в Сочи. Спасибо большое, Александр. Ссылочки также в описании. Ростов, бросай. Вот эти ковыряния, вот эти вот, абсолютно некрасиво и не нужно. Давайте так, мы будем пытаться с вами думать. Начнем с тебя. Отделите мне 1 сантиметр вдоль краевой линии роста волос. Иди сюда. Отдели 1 сантиметр вдоль краевой линии роста волос. До свидос. Можно я? Да, вот. Так. Ага, до свидос. Где-то она сделала бы. Ага, так, давай делать. Брюки превращаются. Да, превращаются брюки. Да. Ну и, соответственно. Все поняли, в чем ваша ошибка сейчас, кого позвал? То есть для того, чтобы отделить волосы одним движением, нужно сначала их расчесать в направлении того, как будет двигаться ваша расческа. То есть если я хочу отделить сантиметр вдоль краевой линии роста волос, я расчесал все сначала не от себя, а к себе, если здесь ставлю. Если я хочу отделить в ту сторону, естественно, я останавливаюсь здесь и двигаюсь туда тоже, потому что от себя движение чуть неудобное. Поэтому я вычесал сначала, задал направление движения расчески, потом поставил.
и спокойно сделал, скажем, ту задачу, которую передо мной поставят. Кирилл, скажи, что у нас вот здесь не так? Ну, пробор неровный, наверное. Неровный пробор, еще что? Помимо неровного пробора. Ключевая А, ключевая, то есть тут вещь у нас точка, лобная выемка. То есть мы отчесали вниз, мы видим, что у нас с теменной зоны волосы не спадают на лоб уже. То есть это уже зона челки. Если вдруг мы захотим смоделировать челку, а мы сейчас подстрижем это все, допустим, вот в височный блок коротко, то у нас получается будет здесь дырка. Плюс ее то, что ей можно стричь и мужские, и женские, и минус ее то, что мужские ей стричь будет крайне сложно. То есть за счет именно выбора такой модели мы можем локоть держать под 45 градусов, то есть и спокойно работать и над техникой на пальцах, и техникой над расческой. То есть при выборе инструмента вы сразу должны понимать, то есть вы мужской парикмахер, либо вы женский, либо вы хотите универсально использовать инструмент. А у нас 14 страниц посвящено в Академии Handcraft 10 шрифтом по поводу ножек, потому что это основной инструмент, которым мы работаем, мы должны знать про него все. Я вам сейчас рисую точки, на которых должны находиться ножницы.